31 августа. День обломов. Облом с ремонтом микроволновки. Приехал в русский магазин. И тоже облом. 21 августа по 26 сентября. Всем привет, друзья! Вот такой вот обновленный Mixmarkt. Сейчас заедем, поедем. Печенье. Все по-новому. Здесь конфеты и чай. Строили. Здесь нормально все. Только мясное. Вот такая вот перестройка магазина. Перестановка. Заново учиться, где что находится.
там вход. Пряники, печенье, вафли. Такие дела. Зашел, там касса. Вот такой вот новый русский магазин теперь. Поглядим, что там в новом Тедди. Порог. Тедди. Как обычно, не проедешь толком. Глобус помятый. Пища принадлежности. Это я не поеду. Для собак, кошек. И так далее. Забавные миски для кошек. Все по евро, по два, по три, 3,55. Сковородки 12 евро. Терка 3 евро. Вот 3 евро. Сито. Туда я не проеду. Это тотницы, он тотницы. Шарфики или капоры, как там, 6 евро. Наколенники 3 евро. Я покупал в Баумаркте дороже. €12. Моя розетка белая. Скотч €1. Пистолет €7. €3. Палочка, выручалочка. Вот такое. Поднимать. Туда я не проеду. Туда тоже не проеду.
и там не проеду. Однако проехал. Там души на раковину, полочки всякие. Формочки для духовки. Бумага, фолия, алюминиевая. Фольга. Дозы всякие. Для тарелок. Короче, это Тедди. Всем известный Тедди. Можно даже пить из лампы. Так, сразу придумаешь.